Отопительный сезон в Волжском закончится уже на следующей неделе. Об этом в интервью нашей телекомпании заявила мэр города Марина Афанасьева. Согласно нормативным актам, отопительный период заканчивается, если в течение 5 суток средняя температура воздуха превышает плюс 8 градусов. Установившаяся погода позволяет властям Волжского отключить отопление раньше обычного срока, не 15, а уже 9 апреля. Это решение было принято мэрией после соответствующих консультаций с руководителями социальных учреждений города. Руководители школ, садов, больниц обзванивали. Ну вот, брали выборочно, звонили по номерам, не знали, куда звоним, поручала звонить по телефонам городским. Ну вот в одно мы все услышали, что пора отключать. Соответствующее постановление об окончании отопительного периода в Волжском в ближайшее время будет подписано мэром города.